Привет! Ой, какие привет. Классные грибочки! Привет! О, наконец-то нас встретились! Привет! Что, что нашли? Ну, короче, не знаю, вот это вот кто это у нас? Это дубовичок, такой чистенький, хорошенький. А вот это что за красота? Не встречается постоянно. А это грусть? Грусть? Дубовый, грусть, зональный. Да. Ну, беленькие какие хорошие. Я брала. И они здесь тоже. Черные почему-то, видишь? Ой, вот, так это ж балет бронзовый. Вот он какой. Какой, какой красивенький. Классный. Да, вообще шикарный. Лариса, мы тут пока к тебе ехали, мы тут тоже грибов насобирали по дороге. Ты посмотри. Ой, молодцы. Смотри, чего нашли. И дубовиков, и императоров. Не, нормально. Ну, у меня они не встречаются здесь. А вон какая корзинка. А вот зонтик. Это зонтик. Зонтик никогда в жизни не видела. Какие вкусные. Представляешь? Я вообще обожаю их. Они такие мясистые. Он такой нежный. Да. А вот жаришь вообще обалдеть вкусно. Прям целиком. Так что, мы сейчас пойдем? Да, обязательно. Готовимся. Сейчас я выложу. Всем привет, друзья. Ну вот мы приехали наконец-то в этот лес. Это у нас Черниговская. И вот они, красавцы, белые, бронзовые. Да тут не один товарищ. А я вижу, по-моему, еще парочку. Вот сейчас попробую достать. Да, не обманула меня чуйка. Ух ты, здесь-то. Ух, тут два сросшихся даже. Вот такие вот здесь богатыри. Буквально рядом в траве. Немножко отошла. Тут еще один попался. Засохший уже. И вот еще один какой красавец. Давайте его выкрутим, посмотрим. Ну, твердый такой. Кто ты у нас тут? Ну-ка, вылезай. Ой, молоденький такой, смотрите. Ну, хороший. Бомба. Не успела тут гриб сорвать. Уже яичный мне попался. Так, где мой нож? Сейчас я его сразу буду без яичка этого срезать. Вот так. Пойдет. Какая прелесть маленькая. Яички совсем только недавно начались. Бомба. Вижу его. Видите? Класс, да? А там, по-моему, еще парочка. Ну да, вон еще. Второй и третий. Пойдемте достанем их скорее. У нас самые дорогие грибы. Вкусняшка. Яичный. Прямо в ветках. Где достать? О, какая красота! Вот он. И там еще два, да. Сейчас мы их тоже соберем. Так, это второй. Ничего, такой хороший. А это третий. Посмотрим на его состояние. Я думаю, тоже будет нормальный. Мы его по запаху сейчас определим. Не, вонючий. Оставляем его здесь на размножение. Мне он не нравится по запаху. Фу. А здесь под боком был еще один такое вот чудо. Кто ты? Это чистый белый-белый гриб. Вот получается, все грибы, которые я сейчас нашла, были в рододендроне. Вот в таких вот зарослях. Видите, в таких кустах тоже растут грибы. И вот сейчас уже я покинула рододендроновые заросли. Вышла уже сюда на полянку. И здесь прямо на полянке спрятались под кустиком вот такие вот еще грибы. Это белые. Травки прям ветками. Так, один сейчас мы посмотрим. И на его состояние. Даже нет, смотрите. Неплохой. Один белый. Второй белый. Прям чистый, хороший. И малыш такой маленький совсем. Вот такой вот маленький третий. Классный. Очень мне нравится здесь природа. Всегда здесь очень много грибов. Хорошо здесь с уловами. Мы сегодня свое турне начали со всеми излюбленной станицы Калужской. Утром мы туда заглянули раньше всех. И нам действительно повезло. Были яичные. Были белые дубовые. Да много чего, в общем, было. Пока никого не было на рассвете. Мы там действительно накосили. Прям хорошо. Вот, пока иду с вами болтаю. Еще какой-то увидела грибочек. Да не один. Так, ты кто? А бабочек, наверное, подберезовик. Хороший, но сломался. Прям аж захрустел. Неплохой. И вот второй рядышком. Хотя здесь Вика вот прошла. Я иду за ней следом. Она шла по дорожке. Так вот.
Побыли мы немножко в Калужской. Набрали, можно сказать, так по полной корзиночке там всякого разного ассорти. И двинулись дальше. Мы ехали в гости к Ларисе принципиально вот сюда, вот в это место. Но по пути нам приспичило останавливаться, потому что лес манил, грибы звали. И не зря. То есть по пути раза три мы остановились. И там мы действительно находили много грибов. Попадались опята. Да всякие разные, в общем, грибы были. Но так как было утро, было еще темно, естественно, мы это не снимали. А покажем уже вам в конце. Вместе с тем ловом, который мы найдем здесь сегодня. Не переключайтесь. Прелестная семейка. Прям такие помидорчики. Как на грядочке. И один маленький малышок. Здорово. Прелесть. Просто прелесть. Просто сказочный грибок. Привет. Привет. Ждал меня? Ждал. Нашла зонтик один. Здесь нашла полянку Цезарей. Смотрите, вот один. Здесь видно, что кто-то уже резал, потому что, ну, либо сгнил, наверное, один. Скорее всего, наверное, просто он сгнил. Второй, сейчас понюхаем его по запаху. А, вонючий, знаете, воняет прямо тухлой селедкой. Такой я не буду брать. Можно его, в принципе, на веточку повесить. Вот так вот, чтобы он потом размножался. Повесим его, оставим и пускай стреляет. Дальше вот иду. Тут печенка, смотрю, зарождается в этих регионах. Она еще совсем такая вот юная. Не будем ее брать. Идем дальше. Дальше я тоже приметила один маленький цезарь. Вот он. Малыш совсем. Тоже возьмем его. Яички. Вырос. Ну, вот это вот другое дело. Этот пахнет уже по-другому. Поворачиваюсь, вижу здесь один подберезовичек. Крепенький, хорошенький. Ножка немножко чистая. Шляпка немножко темная, подпеченный на солнышке. Тут еще рядом один. Так, привет. Ты там как? Твердый. Ну, тоже подпекся. Такие мы уже не довезем. Они такие уже мягкие, черные. Хотя, может, и чистый. Можно взять. Так, дальше идем. Дальше. Что-то тут я... Ага, вот он. Вот он, красавчик, стоит. Сейчас я к тебе приду. Кажись, ты белый. Опа. Пока иду к одному. Тут нашла еще какой-то. Ага. Что-то хорошее. А-а, нет. Горькуша. Нет, Горькуша нам не нужна. Вот, вот. Что нам нужно, так это ты, красавчик. Кто-то тебя уже тут подъел. Но ты хороший, чистый, я знаю. Угу. Супер. Ножка должна быть чистая в любом случае. Ой, прелесть. Тут же поворачиваюсь, еще цезарь. Но прям поляна изобилия. Еще поворот. И еще один белый. А ну-ка, приходи к нам. Ой, на тебя. Это полубелый, кстати. Это полубелый, который весь съеденный. Жаль. Девочки мои где-то там разбрелись вообще в другой стороне леса. Ну и славно. Мы пока покосим. Ничего, такой запах приятный. Берем. Некоторые бывают, что отсырели и просто такой запах словили нехороший. Яичный. Ну да, это, эти хорошо пахнут. А то прям бывает возьмешь, они прям, ну, яйцами какими-то или селедкой, непонятно. А это кто? Дубовик? Да, дубовичок. Сатана, что ли? Нет. Розовокожий балет. Но червивый. Ну, согласитесь, это прям, ну, класс. На солнышке стоит, прижаривается.
из-под палочки мне подглядывает. Супер. Уже рядом поворачиваюсь, еще кто-то стоит. Кто ты? Живой, нет? А. Ну так вроде живой и чистый даже. Ну старенький, белый. Ничего себе груздик. Ого. Смотрите, какие размеры, сейчас покажу. Моя корзинка. О, моя рука. Ого, даже не буду его срывать. Смотрите, как, ух. Здоровый такой. Под ним там живут мошки, это их домик. Не будем домик их трогать. Подошла ближе к оврагу, вернулась сюда, с другой стороны немножко зашла. Подхожу, смотрите. И что, ночной гриб. И уже неплохой такой, вот один и второй, в таком виде, в котором его уже можно срезать. В принципе, такой достойный прям экземплярчик. Ой, вообще чистый, шикарный. Так, это сюда в корзиночку. Пойдем со мной. Прям в дупле там сидит. Я ж тебя достану все равно. Вообще шикарный. Вешенки легочные много. Прям можно набрать. Это у нас перемешку с трутовиками, видите? Вот это трутовики, а это вешенка легочная. Но мы не за ней сюда приехали, поэтому брать не будем. Рядом, по-моему, подберезовик у меня еще попался. Да? Да. Ага. Прям такой красивый, яркий. А ты кто такой? Белый, что ли? О-о-о! Привет! Шикардос такой твердый, классный. Хоть и темный, но тверденький. Сейчас у нас пошли опята, и многие неопытные грибники могут спутать опята с вот такими вот товарищами. Опенок. Серно-желтый. Ядовитые экземпляры. Не берем их. Еще парочка красотуль. Смотрите, вот я отошла от оврага. Я недалеко совсем от дороги. Но грибочки есть. Они есть и там, и возле. Так зачем же далеко ходить, когда они вот. Ух, какой мощный красавец. Чистый, ароматный, сочный. Царский гриб. Кладем его в корзиночку. В мою красивую. С грибочками. Проходим немножко дальше. Забираем еще один экземпляр. Видите, опять-таки заросли рододендрона. Так, понюхаем его сначала. То, что мошки роятся. Ну, ароматный, прям хороший такой. Я возьму такой, мне нравится грибок. Пускай ложится сюда. А вот там, смотрите, видно? Вот он. Яйцо. Пойдемте посмотрим, как же он растет. Сейчас мы его срежем. Обратите внимание, это яйцо белое, такое достаточно. Разрежем его пополам и посмотрим, если здесь не видно. Вот смотрите, вот видите, проявляются оранжевые такие вот полосочки, пластинки нашего будущего яичного грибка. Плохо видно, но вот сейчас видно. Вот это вот и есть яичный гриб, не бледная поганка, нет. Просто на камере отсвечивает солнце яркое, плохо видно, но это яичный. Не знаю, кто ты, но ты мне уже нравишься. Давайте посмотрим, вытащим, кто же это. Дубовичок, что ли? А ну-ка, иди сюда. А ну-ка. А, белый. Смотрите, какой. Ха-ха. Не зря он мне понравился. Шикарный белый. Я его называю бронзовый. Видите, тенечек его. Вот, красавец какой. А ямку закрою. Тут кто у нас под кустом? Кто-то с беленьким хвостом. Привет. Класс. Нашла просто очаровашку. Смотрите, какой классный. О. Просто не надо слов даже. Согласны со мной? Класс.
Не, природа здесь, конечно, бомба. Вон девчонки уже вышли из леса, идут к машинам. Интересно, много они насобирали? Леса здесь просто шикарные. Здесь периодически идут дожди. И достаточно жарко. Фух, очень жарко, да, на дороге. Но, тем не менее, часик по Черниговскому лесу. И мой результат вот такой. Вот так вот. Пол корзиночки есть белые, яичные, березовики, печеночный и добовички. Может, еще что-то было там, я не помню. Но за час это меня прям вообще устраивает. Просто пробежались по над краем. Ну что, хвастайтесь уловами. А я уже свои выложила. Так. О, смотри, какая красотень. Я тоже печенку нашла. Я тоже нашла. Вот. И я такую же примерно. Я такую размером. Же нашла. Белые, тоже. Яичные, да? Ой, ну их, слава богу. Вау, я прям думала, не дай бог, не собираете. Отлично вообще. Да. Проедем вперед. Проедем вперед. Потому что там да? Низина будет, да? Там, может, посырее будут они растись. Ну, поехали. Немножко сменили место дислокации. Грибы на дороге? Лежат или растут? Класс. Сейчас мы обойдем дубами и пойдем вот туда вот, сосняк, в сторону гор. Что нашла? А смотри. Ух ты. Вот он. Ой, на дорожке прям. Ой, какая прелесть. Чистый. Смотри. Вот он. О, маленький, да, малыш совсем. Классный. Вот он. Ой, хороший какой. И еще вот 4 он. Получается. Да, нет, или еще что-то есть. И вот он. О, классно. Маленькая такая тропинка. Такие. На баночку в самый раз. А их жарить можно? Конечно. А, ну их тогда и пожарить. Лесное озеро. А вода грязная. И сухо вокруг. В сосняке мало грибов. Лягушки. Гриб нашла. Редкий такой в наших краях. Ну, по крайней мере, для меня. На вид красивенький, да? Поворачиваешь. Смотрите, в тенечек так стану. Ножка такая бархатисто-коричневая. Это свинушка. Свинушка толстая. Ее мы не берем, потому что гриб тоже считается как слабо ядовитый, накапливающий в себе ядовитые вещества. И в организме в том числе. Я тоже его видела в машине, я тоже. А-а-а, он старый уже. Девочки, он старый. А мы сейчас попробуем. Да нет. Нет? Нормально. О, шикарно. Так смотри, он там еще где. А подожди, еще с той стороны наверху. О, ты слыши. Да-да-да. Ну ничего, у нас есть палочка. Выручалочка. Молодцы, девочки, фантазия работает. А, бежит вода с него. Да, прям капли. Ребята. А, вот это картинку, сегодня да? Будут слушай, котлеты. А туда ехали, не это. Не видно было с этой стороны, конечно. А мы тоже увидели. Девочки, как хотите, вот тут тоже надо срезать. А вот тут сбивайте палками. Полезем сейчас. Вот сбивать палкой. Ага. А ты что думала? Ну, мы с Викой можем как бы да. Это... Как организовать, залезть. Вот, так, вот так. Давай, ты мне будешь держать. Давай. Я не при делах, я снимаю. Ой, оба, держи. Оба. Суховатый, класс. Да? Суховатый не бери, твердый. Ой, мне кажется, тот, что выше, он будет вообще сухой. Сухой вот тот вот. А. Да, вот тот, что наверху сухой. Держишься? Да. Давай, давай. Так, не с той стороны. С той стороны, вот с этой давай. Все. Ты скалолазка. Я их лучше так.
Девчонки-экстремалки. Да вам я все равно его отдам, господи, что. Ехали. Класс. Знает куда. Ну, смотрите, сегодня мало, да, нереальное разнообразие грибов. Ничего. Вырежешь, да? Да. Да! Возможно, скажем. Ну, одной рукой, как от ковра мсаю. Да ладно, вам жадничать, уже фарш бьете, короче, сразу помяли на котлетке его. Ну все, девочки, наверное, тот старый, наверное, тот, что наверху, да? Вон еще упал. Да, он такой суховатый. Нет, он не будем его брать, да, уже. Все, Нати, это вам картина. Ну что получилось? Ну покажи. О, шикардосинка. Ну, молодец, вот это можно убрать не очень. Вот это тоже. А вот это скажем. Ну он прям сочный. Сочный. Ой, что? Нет, нет, хороший. Пойдет, все, пойдет. Нати, выгружайте. Пошли. В лесу очень жарко. Уже время. Часа 4, наверное, 4 час. Мы уже едем в обратном направлении. И тут тоже нас нашли грибы. В таком, казалось бы, непонятном пустом лесу. Смотрите, какой товарищ. Очень даже неплохой беляш. Выкручивайся, красавчик. Ух, какой! Слышите? Классный. Ой, хрустит как. Фух-фух-фух. Ай, он побитый. Немножко уже сыреет, но прям такой неплохой и сочный-сочный. Поставим здесь его. Вижу еще один гриб. Тут же рядышком, не отходя от кассы, как говорится. А, собака, он уже съеден был кем-то. Ага. А, да. Я белый, да, тоже. Съеденный тоже, съеденный он нехороший. Жаль, жаль, не успели сюда немножко. Разбросаем его, посадим, пусть растет. Так, и тут тоже, ну да. Полно сыроежек, полно серо-розовых мухоморов. А если полно серо-розовых, то это прямой знак того, что рядом где-то у нас соседствуют благородные грибы. Лес такой страшноватый, и с первого взгляда вообще вот сдалека, да, ничего не увидишь. Можно подумать, что в этом лесу вообще ничего не растет. О, птичка поет, слышите? Классно. Но если присмотреться, то в этом лесу полно всего. И сейчас мы тоже пополним свои корзиночки. Хотя уже их пополнять некуда. У нас с собой есть пакетики. Так что идем, идем, смотрим, что будет еще. Есть, на горе. Вот же он, заветный трофей. Белый, бронзовый. Иди, товарищ, ко мне. Пускай ты не такой уже беленький, наверное, как утром, но все равно хороший. Это того стоило подняться на высокую горку и что-то найти даже здесь. А у тебя что? Старенький. О, тоже, да? Угу. Вика тоже нашла. Ого! На горе какой бомбезный. Вот, это того стоило, да, чтобы подняться сюда? Супер. Ну, классный. Классненький, хороший. Да. Хорошенький. Белый, бронзовый. Шикарно. Вижу, вижу я еще. Короче, у меня скоро сядет камера на телефоне. Так что я, скорее всего, сейчас буду отключаться. Это дубовик. Дубовичок. Я буду отключаться и собирать без съемок. И потом уже, видимо, буду показывать общий итог. И вот, наконец-то, наша заветная веселка нам попалась в яйце. То, что нужно для настойки. Смотрите, какая прелесть. Сейчас мы его выкрутим и заберем с собой. В этой стадии то, что нужно. Ее можно будет добавить в настойку. Настойка делается как на спирту, так и на меду. Для тех, кому, допустим, спиртовые настойки нельзя. А можно ее посушить. Кстати, ссылка на магазин лечебных грибов и растений будет в описании под этим видео, так что можете переходить по ссылочке и приобретать вот такие вот грибочки, кому интересно.
И Лариса еще одну нашла. Ой, еще больше, прям красивая. Ура! Значит, еще где-то что-то есть. В завершении нашей прогулки. Смотрите, какие красавцы просто попадаются под ноги. Просто нереальные, массивные. Чистые и хорошие. Дубовики. Но он тут не один. Они тут там росли в дорожку. И здесь. Здесь еще второй есть экземпляр. Точно такой же, только поменьше. На сухой земле прямо из камней растет. Вот такие вот два красавца. Угу. Ну что, вот и завершилось наше сегодняшнее увлекательное путешествие. С 4 утра до 4 вечера. Набрали грибов, видимо, невидимо, каких только хочешь. Мы счастливы, девочки, вы в восторге. Конечно. Мы просто в восторге. Все, что хотели, все собрали. Все нашли, все разнообразие. Вспотели, смотрели, но довольны, как собаки. Кто досмотрел до конца, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди только интересные грибы. Всем пока. Пока.